Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Forager. Так, и что у нас новенького? У нас тут микросхемки делаются, сталь королевская, и тут глюк есть. Опа! Хе-хе-хе. Да, кстати, новая кирочка делается, сейчас мы получим новую кирочку. Костяная, пылающая кирка, наносит дополнительный урон боссам. Ну, короче, это еще штука огненная. А вот, у нас, кстати, есть левел, я сейчас покажу, что я вкачал, и я тут открыл для себя... кучу всего интересного. Я капитализм и вот сокровища. А банки приносят 50 больше монет, если рядом есть другие банки. Конечно же, активируем эту штуку. Теперь бабла будет немерено. А, так, нас постройки ремонтируются автоматически. Угу. А, покупку земли на 30% дешевле. Вот это, наверное, следующим возьму. А, вот это. Предметы можно отправлять в хранилище прямо из снаряжения. У хранилища могут быть закрытые ячейки предметов. Не знаю, что это. И, так, открою игровые автоматы. Ну, с игровыми автоматами пока тоже непонятно. А вот, что я тут еще такого натворил? А, я сейчас буду... конкретно так клепать дронов. И кое-что сейчас активирую. Я тут сделал себе пару зелий. Это зелье громовержца. А, громобоя. Активируем его. Вас окружает молнии. И активируем зелье... где оно у меня? Вот. Зелье удачи. Я их сварил. Теперь у нас более удачливые. А вот что дает зелье. Оно выносит все вокруг. Монстров, ресурсы. Все, что вам надо, оно сносит. То есть от вас, единственное, что от вас зависит, это вам просто надо бегать. Бегать по локации и все. И оно добывает все ресурсы. Абсолютно все. Что офигенно. Плюс остров. Давайте-ка сейчас активируем вот эту штуку. Я так понимаю, по ней надо стучать. А, нет, это дает бонус к опыту за... Оу, так это за горняка опыт дается. А я думал, по этой хрени надо стучать. Ну, типа, знаете, всякий ивент какой-нибудь. Или еще что-нибудь в этом роде. Ха-ха. Как видите, зелье вообще имбовое. Оно нападает и на врагов, и на всех просто. И мы сейчас, кстати, еще усилим его. Я хочу атаки себе поднять. Также я хочу в энергию пойти. Ну, хотя нет, в энергию я уже смысла не вижу сильного. Давайте дальше пойдем в атаку. И я, наверное, себе еще одну хпшечку подниму. Ну, на всякий. Все. Все, зелье громовержца работает... громобоя. Работает шикарно. Кстати, ну, как вы поняли, у меня это кирка, потому что я набил черепа, а точнее я их купил у странствующего торговца. Он тут иногда появляется на карте, и вы можете у него покупать все нужные для вас предметы. Плюс также скупаю всякие топовые нужные... О, давайте золото скупим, пригодится. Бомбы, нет, спасибо. Так, слизь, нет, это все не надо. Ягоды, вот ягоды я... Ой. Паровоз. Нет, паровоз, спасибо. Ягоды я куплю, но давайте продадим рыбку и купим ягоды. Да, теперь, кстати... О, а вот и банки пошли. Давайте посмотрим, сколько они мне дадут деньжат. Так, дай пробегусь-то. Охренеть просто, не встать. У меня уже 5000. С ничего, просто с ничего 5000. Это, естественно, круто. Так, ну, эта молния, которая сейчас ударила, это не моих рук дело. Я такого не умею, но... Громобой реально прикольная штука, потому что вы выносите всех. И давайте купим остров. Чё бы нет. Новый остров. Во, первый остров огненный. Давай, 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 давай. Ой, там еще сундуки горящие. Погнали. О, цветочки. Новые цветочки, кстати. А? Там кто-то на меня рыкнул, что ли? Ну-ка, залетаем. Там демоны. С демона вроде рога падают. О, новая бабочка. Давайте поймаем новую бабочку. Эй-эй. Давайте сундуки откроем. А? А я не могу их открыть? Огненные. Что-то с ними надо? Может, их заморозить надо или что-то в этом роде? Не знаю. Так, ну-ка, давай-ка. Покажи мне, на что ты способен. Неплохо, неплохо, неплохо. Как-то вас остудить надо. Как-то остудить надо, походу, чтобы открыть. Ну, фиг его знает, как это сделать. Ну ладно, дополнительный остров с демонами. Теперь они будут выбегать вот сюда и, естественно, мешать мне. Поэтому давайте построим ловушечку. Где там она? Нет.
А где ловушка-то была? А, шипы в этом, в другом месте строятся. Так, давайте вот это копать. Самоцветы падают с этой хрени в огромном количестве. Так, сейчас будем бабки собирать, так как они нужны. Мне надо же на что-то острова себе покупать, а мне просто не хочется золото тратить. Так, давайте вот эти мостики сделаем здесь. А то я тут вон факелов наставил зачем-то. Так, ну-ка, давай. Во, скелеты сносятся прям на изи. Реально на изи. И вообще делать ничего не надо. Это офигенно. Это... Вот я сейчас хочу сделать много дронов. Для этого, поэтому сейчас крафчу очень много нужных ресурсов. И надеюсь, что мой план сработает. Ведь при покупке каждого нового дрона на него требуется еще больше ресурсов. Да, вот этот глюк, конечно, меня подбешивает немножко. Ну ладно, не немножко, сильно подбешивает. Ну да ладно, я переживу, надеюсь, это. Так, мне не хватает, ну ладно, понятно. Для королевской стали чего не хватает. Ну, ничего, невелика потеря. Сейчас копнем и найдем, спокойно. Они находятся на изи буквально. Так, давайте наверх сгоняем, посмотрим, что там есть еще сверху. О, еще. Давай, зелье. 6 секунд осталось, давай, добивай уже. Вообще делать ничего не надо, это меня радует, мы энергию вообще не тратим. Да, все, зелька кончилась. Но я их могу варить много, поэтому, как вы понимаете, еще одно можно заюзать, спокойно. Да. И зелье удачи. Удача это хорошо, больше предметов выпадать будет и так далее и тому подобное. Блин, то, что Дидан исчезает, это, конечно, печально. И надо бы уже покупать саженцы искать. Ну блин, это так прикольно, а? Я реально ничего не делаю, это слишком имбовенько. А когда появится больше дронов, я вообще ничего не буду делать. То есть дроны за меня будут и так все сами добывать. Ну вот тут можно вот помочь было, спокойно, так. Ну давай. Выноси. Вообще имба. Курица тут вон нам яйца накидывает, так. А, приготовление мяса. А, ну мясо у нас и так приготавливается. Давай стали создадим еще 75. А то у меня там все хорошо идет, и поэтому почему бы не улучшиться. Фабрику могу создать новую. Давай вот сюда тебя поставим. Ты же в радиусе действия, да. А, вот, смотрите, я могу создать сейчас от 2 дронов, но я хочу создать побольше. Я хочу создать побольше, так как я верю в то, что если я создам побольше, это будет шикарно все. Так, вот зельки. Давайте еще создадим. Тыквы нужны и кристаллы создать. Давай пока так. А мы пойдем пока веселиться с демонами. Ой-ой-ой, не то нажал. Эй, тварь, ты че борзеешь-то, а? Да, демоны сильные, тут ничего не скажешь, но... Хрен бы с ними. Так. О, зельки делаются, поэтому вообще все имбу. Блин, как меня радует. Я случайно его заюзал один раз. Вот, и когда оно начало хреначить во все стороны, по всем просто, я так обрадовался. О, я прям... О, вот странствующий торгаш. Ой, тихо. У него можно всякое купить. Во, кстати, черепа купим. Есть еще портал пустоты. Он отправляет вас в какое-то прикольное место, но я пока не вижу сильного смысла его покупать. Объясню почему. Да потому что реально смысла в нем нет, потому что там надо прям конкретно быть прокачанным, потому что много топовых ресурсов, много демонов, и их надо, короче, убивать и проходить какие-то уровни. Короче, это своего рода данж. Мы в нем, он плюс портал одноразовый. То есть, если ты там раз сдохнешь, ну, если там либо сдохнешь, либо время выйдет, там, да, там на время причем, а вот, то все, тебе придется заново открывать портал, покупать его, открывать. Вот, а я пока не горю желанием тратить свои честно заработанные на это все, поэтому пока что туда мы не пойдем. Так, все, это мы все собрали. О, еще одна штука. Прикольные штуки, выкапывать надо, вообще шикардос. Так, давайте еще пробежимся тут. Вперед, мои молнии. Так, а, я же набрал кучу ресов. Ладно, 1,5 минуты, давайте еще сейчас 1,5 минутки мы тут погуляем. Повскапываем всякое, может найдем еще каких-нибудь прикольных ресов. Или нычки какие-нибудь, которые вскопать надо. Ладно, давайте, помогу так и быть моему лазеру-шмаузеру.
который хреначит. Ага, конечно, 6 раз ты на меня напасть хотел. Сволочь. Да, вот это, конечно, глюк непонятный что, но тут вообще как бы все равно, глюк не глюк, я и так все равно все вижу. Точнее, знаю, где что находится. Поэтому для меня это как бы глюк, но не сильный. Так. А, что у нас здесь? Да, лопат. А, следующая кирка. Королевская сталь, бабочка в бутылке, они в ледяном биоме обитают, и кристаллы. Как раз кристаллы тоже в ледяном биоме. Надо бы покупать ледяной биом. Так, с лопатой. А, лаванда нужна. Вот лаванда, я не помню где. Вообще, в принципе, не помню где. Так, и что у меня по дронам? Я могу всего лишь 3 создать. Никуда не годится. Давай еще 2 здесь. Эми-гранаты. Бомбочка или так. Как бомба, только еще и с электричеством. Давайте создадим одну, чисто затестить. У тебя бонус идет, надеюсь, от вот этой штуки. Давайте-ка отменим. Кое-что хочу переделать. Так, строительство, промышленники, фабрики. Ну, как-то так. А, значит, здесь стекло, волокно, а здесь давай гранатку. Так как она требует обычные бомбы, вот эти, поэтому я думаю, что это вообще будет имба. В том плане, что придется тратить только эти обычные бомбы. А бомбы делаются легко, у нас их много, так что можно за это сильно не париться. Офигеть, какая-то штука лютая, а? Я не думал, что, ну, будет что-то подобное. Я знал, что есть, ну, что дроны есть. О, все. Все, закончилось. Погнали тогда в склад, какой мне надо. Ну, этот. Вот в это зданица. Сейчас мы сюда сгоняем. Отнесем как раз половину ресов, каких я налутал. Ой, зря я бабочку активировал. Зря, зря, зря. Так, я вот сюда пришел. Здрасте. Так, вот это, что еще нужно? Кристалл? Нет, я его не отдам, он нужен для крафта какой-то фигни. Яйцо дракон, яйцо нужно, я тоже его не отдам. И вот это вот скинем. Так, осталось 2 предмета, которых я пока не хочу отдавать. Здесь, здесь у нас есть вот эти жуки, но они у меня на базе. И у меня есть вот эти жуки, ну вот давайте одного скинем. Так, с едой, пиццу держите, вот это держите. И все вроде, я больше ничего и не нафармил. Так, здесь. Блин, этого у меня нет с собой. Это я не хочу отдавать. Ну, возьмите. Яйца у меня тоже с собой нету. Перец чили тоже валяется на базе. Тыквы тоже на базе. Так, здесь. Ну, пока что золото и железо у меня перекрафчивается. Сапфиры эти всякие я давать не хочу. Так, а здесь тыквы, кактусы. Ну, пока что нет. Так, а в алхимии что у нас вообще? В алхимии, скорее всего, да, зелье... Ладно, отдадим по одному зелью. Жалко, конечно, но да хрен бы с ним. Куда же... Как же надо это все прокачивать? Так, а в горняке у нас... Да, в горняке у нас прям конкретно все. А в строительстве? Сталь, кожа... Ну, такое себе. Ну, пока что нет. Пока что нет, ресурсов не так прям, чтобы... Хоть жопой жуй, да? Вот, поэтому нет. Давайте-ка пока спустимся. О, привет, демон. Да, как видите, демоны крепкие, гады, поэтому... Ага. Поэтому бомбочка. Да, бомбочки поджигают и наносят еще нехиленький урон. Но все равно обсидиан добывать не так уж и просто, как вы видите. Поэтому будем помогать, конечно же, будем помогать. Пока что эти штуки, наверное, надо потушить, а я не могу их потушить, потому что, в принципе, этого не могу сделать, так как у меня нет такой лопаты или чего-то там, чем это тушится. О, еще одна. Блин, кости и песок. Это, конечно, хорошо, но лучше было бы алмазы и топазы. Вот как здесь, например. Оп, шикарно. Просто вот... А, какая-то штука прикольная. Так, мы сейчас еще дронов сделаем. Если меня реально это прокатит, я хочу себе сразу 3 сделать. Если прокатит то, что я задумал, то мы получим огромное количество дронов. Как минимум 3. Если это прокатит. Если нет, ну, мы это увидим, в принципе, почти сразу. Так, еще немного сапфиров, топазов и всего остального. Так, левел где там? О, левел уже подъезжает. Ну давай, 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 давай. У меня нет сил. Почему? О, кстати, мы эми-гранату сделали.
Мы сделали эмигранату. Так, сноси все вот это. О, там еще копнуть можно. Блин, как меня это радует, а? Не, реально, я не знаю, как я без этого зелья раньше жил. Так, оно ваншотит всех. Идем сюда. Так, что мы можем создать? Ай! А, мы королевскую ткань здесь сделали. Да, вот глюк этот, непонятно, с хрена ли он идет. Ну да ладно, пусть будет. Так, дроны. Я могу создать двух. У меня здесь... А, стекловолокно. Вот, я хочу создать сразу трех дронов. И дроидов. Если это прокатит, то это будет просто имба. Так, и давайте-ка заюзаем гранатку. Есть у нас один... А, стоп, зачем? У меня 1к бабла, правильно? Правильно. Значит, мы можем сейчас собрать... бабло с банков. Они стоят вместе, поэтому, конечно же, у них тут сейчас 3000. Я думал, я на ямке стою. И давайте, может, еще остров какой-нибудь прикупим. 6000. Так, вот. Оу, смотри, там кристалл какой-то, погнали. Аннигилятор. Так, тут надо построить эту штуку. Так. Оу, она лазером вот сюда, что ли, ударила? А, вот что надо было. Надо было, короче... А, тут спавнится этот чувачок жуткий, который... А где мои банки? Который выносит всех. Да, кстати, ачивочку получил за 100 пойманных насекомых. И 31 уровень. Не знаю, почему я их ловлю. Я думаю, они пригодятся мне в будущем. Я в этом уверен. Я на это надеюсь. Они там в крафтах, в принципе, всяких зелий идут, поэтому думаю, да. Думаю, они мне понадобятся в будущем. Ну, не так прям много, чтобы... Ладно, значит... А, здесь еще какая-то головоломка. 372. Я помню эту фигню. Она, короче, что-то в конце... Что-то где-то какой-то данж откроется. В нем как раз-таки будет эта головоломка. И вот подсказки будут на разных островах причем. Давайте поедим немного. А, у нас же левелапчик. Давайте посмотрим, куда мы там можем его вкинуть. И куда я его хочу вкинуть. Стоимость земли уменьшить. Продажа созданных предметов меньше. Авторемонт. Припасы. На рынке больше предметов. О, давайте на рынке больше предметов. И он на 50% быстрее будет обновляться. Кстати, можно активировать эту штуку. Да, супер. Да, конечно, косяк с исчезновением. Это, конечно, печально, но ладно. Как сюда жучок этот заполз, интересно. Нам вообще по-хорошему, надо купить вот один из этих островов. Вот, 2400 нам надо набрать. О, здорово, дядя. Да, вот порталы у него. Роза пустоты возьмем. Я не знаю, она нужна мне сейчас именно, или я ее где-нибудь найду, но, как говорится, лучше заранее. Лучше перебдеть, чем не добдеть. А то потом она мне понадобится, а у меня ее не будет. Правильно ведь? Правильно. Так и будет, по-любому. По-любому так и будет. Только так и может быть. Что тебе что-то нужно, а у тебя этого нет. Так, у меня зелька заканчивается. Давайте посмотрим, что у нас... О, рынки вот так обновятся. Ясно. Печеньки. Печеньки вроде как... не знаю, нужны они или нет. Так, здесь красители. Пока что 3, потому что... Ну, я обновляю... О! Куплю. Знак свеклы. 13 тысяч! Я не знаю, что это, но хочу купить. Так, у нас все, мы тут закончили совсем. Давайте смотреть, сколько дронов мы можем сделать. Отмена. Тихо. Давай троих, как я и хотел. Понеслась. Если прокатит, это будет шикарно. Так, пластик. Нет, пока ждите, пока с пластиком... Королевская сталь, королевская одежда. Черепов здесь не хватает, понятно, как и здесь. Здесь пластика не хватает на больше, более топовую сумку. А здесь копала. Ну, копалы у нас пока что нету. Так, здесь что надо? Здесь нужна лаванда, а здесь нужна королевская сталь как раз-таки. Тогда давайте в королевскую сталь пойдем. 3 штучки. Так, у нас 200 монеток пока что. Пока что 200 монеток.
О, 9 сотен. Неплохо. О, лазер-то как жжет. Нехиленько. Так, давай. Эми гранатку заюзаем. Ай, реть, ни хрена себе, он вжег. Так, вот эта штука нужна обязательно. Иди сюда. Вот и все. Так, да, зельку. А, зачем зельки? У нас же бомбочки есть. Во, задействую 3 бомбы за раз. Да, на изи вообще. Здоровый Кусман золото просто меня интересует. Да, ледяной биом нужен, нам нужно как-то кристаллы восполнять, а мы пока этого не можем делать. О, тут нехиленько так наюзалось все. Давай, погнали. Да я знаю, спасибо. Жидкую удачу еще возьмем сейчас. А, давай, круши, круши, ломай. О, призрак у нас появился, второй дрон. Так, нехиленько. Это второй, еще должно быть еще два. Должно быть еще два дрона. Как вы видите, теперь добыча пошла в разы быстрее. Сбор и всего вообще. Ну это пока что. Ну прикольный призрак. Ну ничего не скажешь, реально прикольный. Просто скоро зельки ну вот этого, как они там называются. Короче, зельки эти мне не понадобятся. Громоверца, громоотвода или как это там хрень называется. Потому что за меня будут также работать мои дроны. Разбить 100 надгробий. Оу, еще одно достижение. Да там 103 достижения вроде в стиме на эту игру. Так, еще два дрона делается. Я вот жалею, что я сейчас реально начал дронов делать, потому что я мог накрафтить где-нибудь на 7-х, на 8-х, вот, и начать их активненько производить, потому что сейчас-то они у меня будут потом, точнее, дороже стоить. Ну, пока что, мне 5-х максимум надо, я думаю, больше мне вряд ли понадобится. Давайте поможем вот этой штуке. Плюс я помогаю, мои дроны помогают, и еще и зелька хреначит, просто... Тройная имба. Мне главное это выкапывать сейчас. Мне нужны... О, мне нужны вот эти штуки. Потому что там могут встречаться огромное количество кристаллов. Да, пустынные биомы надо расширять. В плане отсыпки. Кстати, в плане отсыпки. Я купил корма. И из животных набил огромное количество... какашек. Поэтому у меня их там сейчас дохренища. Эй, чё тут я застрял? Вот, и поэтому я думаю над тем, что можно... Можно было бы... О, еще один дрон. Это летающая змейка. Ха, прикольно. Летающая змейка есть теперь. Так, и сейчас еще один появится. Эй, ты тут собака. Вообще уже оборзел. О, давай, ребятки, давайте, я вас верю. Втроем ее месть. Ну вот, видите, это я помог. Ну там 41 золото, правда, было с такого куста нехиленького. Так, есть там что? Так, а, смотрите, еще один это летающий раран. Я не знаю, что это дрон какой-то такой прикольненький. Выглядит он прикольно. Шикос. Не, ну реально шикос. Так, стоп, лопатка. Ну копни ты здесь-то, ё-моё. Твою мать, копни здесь. А, там растет что-то, я не могу копнуть. Жеванный торт. Все. Так, а у меня 8 соток, это мало. Давайте пойдемте золото, что ли, начнем производить. Раз уж такая пьянка пошла. А, давай сделаем мне золото. 206. Оу, думаю, будет много. Так, и давайте посмотрим. Рынки еще. О, рынки обновились. А, о, отсыпочка. Отсыпочку я возьму. Зелики я не буду брать, я их крафтить могу. Спасибо. Можно золото взять. Железо. О, золотое яйцо выбил где-то. Давайте рога демона продадим. Демонов мы еще нафармим. Нет, 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 ничего не надо. Да, я знаю, что я железо там купил, а тут не стал брать. О, вот это надо. Рыбка не нужна, гранаты не нужны. Я сейчас заюзаю это вот здесь.
О, да, имба сотка просто. Давайте пробивать себе путь. Сейчас мы ресов наберем, короче, огромное количество благодаря всему этому. Я даже знаю, где сейчас я еще одну такую штуку активирую. Давайте заранее ее активируем. Вот на этом острове. Так, мне надо только выбраться отсюда каким-то макаром, потому что мне надо сейчас... тут у меня зелька сработает, лучше вот здесь, потому что там есть кто добывать будет, а здесь такого нету. А, кстати, у меня же гранат есть. Да, как вы видите... О, я попал под удар. Как вы видите... Да, все, зелька закончила действие свое. Но это не мешает ей активненько выносить всех. Ну, как-то так. Так, супер, погнали. Теперь у меня ресов тьма. Да, вот здесь, правда, еще надо такой же бадабум устроить. Давай, давай, давай. О, нехиленько. Сука, беги! А, не успел. Так, как я и хотел, вот здесь вот надо застроить. Ну, чтобы у нас руды больше спавнилось. Ну вот как-то так, нехиленько мы сейчас навыносили себе всего. Так, и я хотел остров вот там дальше расширять свой, вот этот вот. А я здесь буду что-нибудь строить. Так, о, блин, я везунчик активировал. Не вовремя, мягко говоря. Так, я где-то здесь добыть что-то хотел. А, во, давайте. Так, все, мои дроны активненько теперь все добывают, и я могу... Ну ладно, помогать им надо. 3000 у меня есть, кстати говоря. Давайте в банки сходим. Они же мне тоже бабла приносят. Сейчас мы... Ну, чтобы на новый остров хватило. Потому что сейчас по факту, мне ничего не надо. У меня все производится, я счастлив. Королевскую одежду... Давай, 8 штук. Охренеть, 8 штук. Да, теперь дрону нужно 27 электроники и 27 стекловолокна. У меня столько, конечно же, нету, потому что я, ну, я знал, что так и будет. Поэтому давайте создадим 3 электроники, дабы... Ой, я зря это заюзал. Ну ладно, мой косяк, буду знать. Вот это поймать надо обязательно. Так, тут никого нету. А, смотрите, со мной глаз еще летает. Офигеть, я его не заметил. Охренеть. Я только сейчас обратил внимание на этот здоровый глаз. Так, давай вот это вот соберем. Так, там нечего собирать. И новые острова надо уже активненько... Эй, забери. Активненько покупать новые острова. Ну, как вы видите, да, зелье громовержца бы сейчас... Или громобой, как он там называется. Короче, оно бы било. Нехиленько. Вот, сейчас урон, экспу доберем. Но дроны и так справляются, причем очень нехиленько. Подожди, а их уже 5 вроде, да? Еще 2 бы. Ну да, блин, да. Ну, скорость чисто ради скорости увеличить сбора. Потому что как она как-то, вот видите, она идет, но зелька реальный. О, создать 110 тысяч предметов, офигеть. Вот, зельки, вот они тут делаются. А, громобой, да. Слушайте, так мы можем создать таких 3 штуки. Неплохо. Эми-гранаты я не буду создавать. Я вот пластика 9 штук создам лучше. Так, что у нас здесь? Королевская сталь. Еще 2 давай. Так, ага. Ты, ух, ёб твою за ногу, ах вы сволочи. Эй, вы что, черти, творите? Так, как у нас с островами? Можем купить. Первый ледяной остров. Ух, там какая-то здоровая хрень. Так, мне нужна зелька моя. Есть зелька. Все, погнали. Но я без зельки туда не пойду, как вы понимаете. Ну, потому что там слишком... там вроде есть такой монстр летающий, который нехиленько так дамажит.
Плюс там кристалл есть. А. Он замерз, его надо каким-то макаром отогреть. Ясно, запомню это. Да, и кристалл... А, во, бабочки пошли, бабочки. Иди сюда. Блин, еще бы бабочек надо. Да, здесь тоже я смотрю, надо этих... зельку активировать, во-первых. Звезда падает. Забирай звезду. Да, со звезды, кстати... Че, ну вряд ли королевская ткань с нее выпала. Сомневаюсь в этом. Сильно. Да давай, проходи, ты что тупишь-то? Короче, нужно что-то замораживающее и что-то... Эй. Что-то замораживающее и что-то охлаждающее. О, нет, замораживающее и поджигающее, вот. Дабы мне нужно и заморозить одну. Так, тут 10 тысяч еще этой мадам надо отдать. Ну, с 10 тысячами подождет пока, обойдется. О, еще одна бабочка. Они для лопаты вроде мне нужны, поэтому, конечно же, наберем. Сейчас посмотрим, для лопаты ли они нужны. Блин, давно я на своем острове, смотрю, не был. Тут все зарастать начало активненько. Так, смотрим. Для лопаты? Нет, не для лопаты. А, бабочки нужны для кирки. Так вообще, вдвойне имба. Кирка эта штука нужная. Так, королевская. 19 стали! Ни хрена себе. Так, что у нас по обновлениям? Нет, спасибо. Тут какой-то череп, знак черепа за 12 тысяч. Напиток дракона. Я возьму его, но не буду его юзать. Рыбку я не помню, покупал я или нет, но купим, если что. Кстати, у меня два черепа откуда-то. Свиток чародея. Давайте заюзаем. Не знаю, что такое. Посмотреть надо. Не посмотришь, не узнаешь. Микстура жадности. А, я не могу купить. Денег нет. Так, на, светлячок бутылки. А, ну да, тупо слишком. Вот это нужно тоже для... А, вот, на, 6 штук я продам. О. Давайте юзать, что ли. Ну, начнем, наверное, со свитка чародея. Не знаю, что он дал. Надо было на чем-то таком его заюзать, интересно. Реально не знаю, что он дал. Зельку мы сейчас скинем. Она мне не нужна, конкретно прям так. Да, зельки, конечно, жгут. О, две сразу. О, еще и реликвии выкопал. Так, еще одна. Блин, лопата, зельки рядом стоят. Случайно перепутал и все. И у тебя минус зелька. Почему время здесь идет? Так нечестно. Так, да, эта штука была не нужна нафиг. А, зря купил. Так, вот по поводу зелья, кстати. Зелька, 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 зелька. Где ты, зелька? Вот эту держи. И зелька дракона. Не знаю, что она дает, но она мне сейчас не нужна. Ну, реально, они сейчас прям бесполезны в данный момент. Ну, может, она и ну прям очень лютая, но я лучше добью. Так. Я лучше добью. Так, вот этого надо поймать обязательно. Надо острова расширять активно, потому что на них спавнится, больше будет спавниться ресурсов. И надо этот квест уже выполнить каким-то макаром. Не знаю как, правда. Где-то купить надо эту штуку. Ну, семена. Да ё-моё, дай пройти-то. Да, зря я факелов, мне кажется, столько настроил. Так, а я вообще куда шел? Я же хотел... А, я к банкам шел. Во, все. Сколько-то монет сейчас да наберем. По идее, мы должны были золото сейчас накрафтить очень много. Что-то его непонятно, где оно.
Давайте еще разок пробежимся здесь. Может, сейчас тут побольше будет. О, еще реликвии. Они по 200 стоят, поэтому вообще имба. Мы сейчас наберем с них много денег. Так, давайте мы их сейчас прям продадим вам сразу. О, 8 штук. Офигенно. Так, 5 суши надо вроде как. Нитки, золото. Глоток мудрости. Ну, давайте купим глоток мудрости. О, отсыпочка. Во, кстати, корм. Манекен? Нет, нет, спасибо. Манекен мне не нужен. Усиленное вот это возьмем. Жидкая удача возьмем. Серьезно? А где все-то? А, у меня зелька громоверца кончилась. К сожалению. Но у меня есть и так ребята, которые как зелька громоверца. Так, электронику. Стоп, подождите. Мы идем вообще сейчас не в том направлении. Я зачем-то сюда хотел. А, монетки. 271, Карл! Ни хрена себе. Так, ты меня бесишь. Иди отсюда. Стоп, аккуратненько. Так, здесь что? Королевская сталь. Сколько? Одна? А, аметист один. Давайте-то лучше тряпочку сделаем. Лучше тряпочку. Так, по поводу зелий. Тыкв всего 5. Да, печально. Я же напокупал всякого хлама, давайте его закинем. Так, я купил вроде вам вот это. Суши 5 штук. Да, так, тут больше ничего нету. Идем к алхимикам. Это не надо. Так, вот это надо. И у нас там больше ничего нет. Обычные зельки здоровья. Так, что здесь осталось? Здесь две вот эти вещи, но я не хочу их отдавать. Они слишком редкие. Я же из них скрафтить смогу потом что-нибудь. Мне инвентарь, правда, засрался конкретно. И, кстати, мы же можем благодаря корму сделать отсыпки. Кстати говоря, благодаря корму нам только животное надо найти. Че это за зелька, кстати, давайте посмотрим. А то я сейчас заюзаю просто так. Жидкая удача, это понятно, нет, другое зелье, вот оно. Увеличивает количество получаемого опыта. Юзы, конечно. Да, зелька мудреца. Так, и давай, наверное, вместе с ним жидкую удачу. И громоверца зельку. Так, я за бабочками, наверное, пойду сейчас. Да, за бабочками надо сгонять. Здесь почему-то должен монстр появиться вроде как. Конкретно такой лютый. У меня, кстати, 4000. Можем ли новый остров себе купить? Да, можем. Давайте еще один ледяной. О, олени. Фига себе. Я отсыпочку возьму сразу. Ну, она у меня есть, чтобы не юзать ее, да? Тем более, ледяной остров надо сделать пошире. Я так думаю. Вот тут вот пошире его сделать. Так, соберем вот эти. Эй, отдай, иди сюда. Так, оленя хочу завалить. О, убить волшебного оленя. Как вы видите, с него много кристаллов падает и бабла. Поэтому грех не завалить волшебного оленя. Так, а бабочка, иди сюда. 15 штук пока что, надо больше. Вот здесь еще можно было бы конкретно так застроить. И получать с этого много ресурсов. О, а ты меня не достаешь. С них сталь падает, это вообще шикарно. Но наша добывалка их ни уроном не наносит. Но там есть кому уроном наносить, так что я не парюсь. Так, давай вот это заберем. Короче, если у вас нет зелья громоверца, вам надо, чтобы вот эта вот хрень пальнула по этому кубику. И тогда вы его активируете. Ну так, для тех, кто не знает, заранее скажу, что это вот так вот работает. Ой, я давно вот здесь не был. 32 уровень. Так, ну-ка, капни. Так, пока там замес лютый идет, давайте вкачаемся. А дешевле острова или выкидывать нет? А, меч,
это уворот от урона. Это что такое? Открывает таблички магии. Не знаю, что это. Залежи. Давайте каменоломню откроем. Давно хотел. Это что такое открывает меня? Все постройки для фермы работают на 20% быстрее. 25. Или 20. Не суть. Не, мне такое пока не надо. Ой, меня тут кто-то покоцал. А ну-ка, отремонтируйся. Давайте посмотрим, что мы там открыли. Каменоломню какую-то. Не здесь. А, вот она. Нифига себе, наш в самом конце. За топазы? Воу. Пойдемте посмотрим, что это такое. Охренеть! А штука-то прикольная. Ха-ха. Офигеть! Это каменоломня так работает? Нифига себе, слушайте. Так это вообще имба какая-то. Это он может добывать мне... Ё-моё, так... Давайте построим еще одну каменоломню. Ну, вы сами понимаете, да? А, не достаю пока что. Давайте, добывайте. Так, я могу гранатку вам закинуть сюда. Ну вот, дополнительное золото. Ну, как вы видите, все, сейчас с баблом вообще проблем никаких нету. Бабочка, ты где? Куда бабочка делась? А-а-а! Я только ее поймать хотел. Она исчезла. Так, я еще хочу каменоломню одну вот здесь построить. Если он мне будет так реально ресурсы давать, то обязательно строим. Ну-ка, давай. Нехиленько, да? Так, еще бы гранат сейчас наставить как-нибудь. И убежать бы. Так. Вот это хардбас начался. А у меня гранаты кончились. И зелька кончилась. Ладно, без зельки, без этого. Ну что ж, давайте на этом тогда пока что закончим. Буду копить бабки на новые острова. Дальше буду копить... ну да, на новые острова бабки. Потому что сейчас пока прокачка идет, в принципе, нехиленько, я бы так сказал. Кристаллов у меня теперь дофигища. 267 аж. Вот, поэтому я ни о чем не жалею. Что я тут сотворил. Каменоломня работает шикарно. Короче, как я понял... Она работает раз в день, то есть каждый день она спамнит мне приличное количество ресов. Но раз в день, чисто раз в день. Так, давайте вот этих наловим, бабочек. Они мне понадобятся, если что, вдруг произойдет интересное. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.